Вот как Сергей елозил, елозил здесь, да и остановился. Говорил, не езди. Там на вершине у нас ставь, как в прошлый раз, столба. Ну, однако, никак не слушается. Это первый мостик у нас. Вот этим столбам около 200 лет, наверное. И они не гниют. В извести их продержали. Вот они идут с рыбой. 18 карасей. Так, ну решай. В прошлый раз у этого межевого столбика Сергей послушал, оставил машину вот здесь на горке, и оттуда хорошо видать было. А сегодня нет, я проеду. Я говорю, не проедешь. Давай спорить. Давай. Володя тащит. Я их не захватил. Он и пошел навстречу. Это на первом мостике мы неприятность такую заработали. Сергей идет, Илюша с рыбой. Очень мало охота была с нами. Машина Сергеева вон там и осталась. Одна. Вот мы идем по методу Пупкова Сергея Павловича. Спор, непослушание. Вон домой тащим. За дядей Володей иди по траве. Три шага, дядя, это, сидя Сережа, от этого три шага тоже отступи. Вот так идите. У нас в лагере такой порядок был. Они то пинаться начинают, то еще что-то. Все нормально. Машина там стоит. Вот батюшка встречал. 18 карасей. По 3,5. Решили 4. Илюша, не глядя, брал, что есть. Вот Сергей не послушался, идем пешком. Слава Богу. Хороший казак на себе седло несет. Лошадь сдохла. Теперь так. Ждите, теперь после обеда пойдете. За да. Машину. Подсохнет и вытащишься. Ну, так, пошли. Смотрю, Володя, его хоть дождь не намочит. Хорошо. Да. Пойдем. Четыре, сегодня 3. Сейчас, Илюша, давай ко мне сюда все это. Снимай. Хорошо, донес. Беги домой, ведерко вытаскивай. И 3 карасика. Потому что 4 пополам батюшке отдали. Бегом, беги. Вот так. Загнал лошадь, казак. Ну, крестьянин какой. Из... Конницы Буденного. Седло на плечи пошел. Так. Ты, Володя, можешь нас не ждать. Иди. Заноси на место. Давай. Не глядя, не гляди туда. Отвернись и бери. 3 штуки. Вот так. Раз. 2. 3. Вот у вас получится 3,5. Все, с Богом. Отдыхай. Утром будь готов. Заранее сиди здесь.